Житель Каневской получил главный приз программы «Сам себе режиссер». 14-летний Артем Батлин удивил зрителей своим умением разбирать и собирать сразу два автомата одновременно. Делает он это всего за 30 секунд. Так мастерски управляться с оружием девятиклассник научился в клубе казачьей доблести и славы, куда пошел 4 года назад. Я сначала, когда был в 5 классе, я разбирал сначала двумя руками один автомат. Потом мне Сергей Анатольевич сказал, что нужно уже тебе разбирать один автомат одной правой хотя бы рукой. Я начал разбирать правой рукой. А потом придумали, что надо левой рукой разбирать. И так пошло-поехало. Руководитель клуба Сергей Катаев заметил необычные способности молодого человека и начал их развивать. Совсем недавно они решили снять ролик и отправить его в известную программу, где Артем и стал победителем, получил главный приз – телевизор.